житель Ахтановского района Донецкой области. В мае 2014 году я совершил ошибку. С отцом стоял на блокпосте города Дебальцево с оружием в форме. Просматривали машины, обыскивали машины, чтобы не было ни оружия, ничего. В военных действиях не участвовал. После того, как поставили мы с отцом на блокпосте города Дебальцево, мы поняли, что война не наша. И долгое время пребывали на неподконтрольной украинским властям территории. Весной этого года отца задержали на контрольном пропускном пункте. Состоялся суд, дали отцу условный срок и от правоохранительных органов отец узнал такую программу. И посоветовал мне ей воспользоваться. Сегодня я приехал в Бахмут, в СБУ. Хочу воспользоваться этой программой. Надеюсь, что все будет правильно. Семья отнеслась хорошо. Очень рады, что вот есть такая программа. Все полностью согласились, дали согласие, сказали, воспользуйся, и ребенок живет дома. В принципе, такой же маленький. Хочу жить мирно. Хочу обратиться к тем ребятам, которые участвовали тоже в незаконно формировании. Но они совершали тяжких преступлений. Хочу сказать, не бойтесь, программа это реально работает. Я рад, что такую программу создали. Нет смысла скрываться. Дома у вас.